Доброго времени суток, уважаемые друзья, гости, подписчики моего канала. Продолжаю дальше строить и красить свой газ пикап апокалипсиса. И сегодня буду делать масляные точки. Ну и также хочу поделиться, что я уже сделал с данной моделью. Сделал смывку, стер ее, покрыл полуматовым лаком от фирмы Tamiya, ну и сделал немножко спонжиком сколов. Ну, со сколами я еще немного поработаю, но уже после нанесения и после того, как сделаю масляные точки. Вот. Также, друзья, вы задаете вопросы, когда я буду продолжать КамАЗ. КамАЗ скоро продолжу. Жду или смоляную морду на КамАЗ с надписью КамАЗ, или буквы. Вот. Как только это все получу, сразу же видео над КамАЗом начну продолжать. Также хочу поделиться своими обновками. Купил вот такой набор масляных красок от фирмы Sonet. Масляные краски. Вот ими сегодня буду делать как масляные точки. Вот. Набор таких цветов. У меня как бы есть масляные краски. Вот такие вот. Но уже они как бы у меня старые. Им около 4 лет. Ну и мало цветов. Я решил дополнить свой набор масляных красок. Ну, тоже, в принципе, необходимые цвета здесь есть. Умбра, сажа, белила, желтая, красная краска, зеленая, также синяя для тех, кто увлекается авиацией. Вот, а также на немецкую технику годов 39-х, 40-х, 41-х годов можно наносить синие фильтры, особенно если это такие танки, как Прага, чешские, вот, и автомобили. Ну что, начнем делать масляные точки. И будем смотреть, что у нас получится после. We'll be right back.
Масляные точки нанесены. Как видели, даже понадобились красные. Даже красный цвет понадобился. Там, где у меня будут ржавые бронелисты. Теперь беру такую вот широкую кисточку. Смачиваю White Spirit кисть. И плавненько начинаем растушевывать масляные точки. Закончил с масляными точками, растушевал. Ну, теперь будем
ждать, когда подсохнет масляная краска. И буду задувать матовым лаком и уже делать загрязнение, запыление или жидко разведенной краской фирмы Tamiya, или ну и пигментами тоже. Вот так вот получается на данный момент. И что хочу сказать, с красками Sonet мне понравилось намного больше работы, чем с красками Gamma. Или потому что Sonet свеженькие новые краски. Вот. Но растушевываются они и растворяются White Spirit'ом намного быстрее и лучше. И подсыхают тоже намного быстрее. Ну вот так вот получается машина. Ну, кому интересно, ждите следующую часть. В принципе, я думаю, за день-два подсохнет. И можно наносить уже будет матовый лак. И продолжать работу дальше. Вот, спасибо, друзья, что остаетесь на моем канале. Спасибо вновь подписавшимся подписчикам. Спасибо, что комментируете видео и ставите лайки. Всех благ вам. Всех благ вам и вашим близким, друзья.